Всем привет на канале Мусалим. В работе сегодня Kia Sportage. Автомобиль забрали. Сейчас подготовим поездку к тропинке, все обезжирим и начнем шумоизоляцию данного авто по штатной шинке. Голые арки, практически голые крылья, стороны крыла, соответственно, голая арочка. Как следствие вибрации, шум. Все это в салоне, все это напрягает водителя, пассажиров. И, конечно, нужно исправлять, чтобы передвигаться с комфортом и удовольствием. А так у нас завибрен салон автомобиля производителя. Тоже много не обработанного металла. Все будем тщательно проклеивать. Крыша, соответственно, тоже разобрана. Тоже голый металл, огромная площадь, ни вибра, ни шума поглощающих материалов на крыше вообще нет. Также все исправим. Ну и двери. Двери тоже голые. Голый металл, передняя водительская дверь. Работать будем по максимальной программе, и в автомобиле будет комфортно. Приступаем к работе. Закончили проклейку виброматериалами Kia. Проклеили багажник. Весь материал клеится на горячую, предварительно выгревается. И при проклейке все прокатывается. Готовы арки. Внутренней стороны арочки, по левой стороны крыла. По правой стороне все готово. Очерчено, проклеено и прокатано. Первый слой готов на крыше. Виброматериал. Каждая секция проклеена и прокатана. Закончили также работу с салоном. Также все проклеено усиленным материалом. Материя вибро предварительно разогревается. И при проклейке также все прокатывается. Работаем с дверьми. Первый слой двери клеим вибро. Внутренняя поверхность двери проклеивается. Затем вторым слоем клеим шумопоглощающий материал толщиной 6 мм. Также внутренняя поверхность проклеивается. Затем собираем дверь, ставим такой щиток на место и проклеиваем еще один слой вибро. Проклеиваем и прокатываем. Закончили проклейку шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник, проклеили арки автомобиля, крылья. Все проклеено усиленным материалом. Наиболее шумные места, шум дороги, шум колес. Все максимально это проклеили, чтобы данный шум ушел. И в автомобиле было комфортно. Готов салон, все вплотную ковру. Все тщательно проклеили. Готовы 4 двери. Проклеен 4-й слой шумопоглощающий. На все двери полностью закрывается вся карта. И готова крыша. Проклеили. Отпустим сбивую. Ну, всем. Все, автомобиль шумоизоляция авто готова. Приступаем к сборке. Закончили сборку Kia Sportage после полной шумоизоляции. Весь пластик, все детали сидят на своих штатных местах. Никаких следов сбора, разбора автомобиля не оставляем. 3 года гарантии на наши работы. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока!